Всем привет, ребят, с вами, как всегда, Лазарь. Сегодня совместно с Данлейтом мы подготовили для вас выпуск смешных моментов в CarParking Multiplayer. И перед началом просмотра, прежде чем вы посмотрите этот выпуск, я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, потому что мы с Данлейтом старались, пару дней ушло на съемки всяких смешных моментов. Ну и, конечно же, надо же придумать смешные моменты. Ну и, короче, пацаны, просто поставьте лайк и погнали уже к просмотру. Здравствуйте, в эфире программа «Новости». Можете передать пару словечков об этом СТО? Просто, видимо, оно популярное, вы тут тоже частый клиент. Передайте пару словечков, пожалуйста. Знаете, СТО на самом деле очень хороший, уже раз десятый тут бываю, машины чинят просто отпад, вообще прямо хорошо. Поэтому приезжайте сюда, отремонтируют машину в лучшем состоянии. Ты что там делаешь, мудила? Извиняюсь, у нас тут чуть пошло не по плану. Короче, приезжайте в СТО, СТО хорошее, все чинят хорошо. Пацаны, прикиньте, сейчас гуляю такой по улице, вижу машину Данлейта, а вон она стоит сзади меня. И я как главный хейтер, вот давайте сейчас крутим ему колпачки на машине и на этом же хайпанем, надеюсь, у меня поддержит. Вот, собственно говоря, мы подошли к его машине, давайте вот тут скрутим сначала. Так, давайте вот с этого колеса начнем. Так, быстро свинчиваем, вот так, вот так, вот так. Так, все. Все свинтил нормально. Так, давайте погнали к следующему колесу. Так, второй колпачок. Фига тут с шиликами даже колпачки, фига. Стоп, там, кажется, Данлейт при... Он меня увидел! Не-не-не! Быстро разваливайте. Стоп, я колпачок не забрал. Выкручиваем быстро. Не-не-не, поздно. Блин, капец. Он бежит за мной. Да блин, как он бежит за мной. Не-н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 е. Не бейте, лучше обоссыте. Ой, кажется, колесо лопнуло. Задрали, блин, эти тиктокеры шваться возле моей машины. Эй, чувак, это твоя тачка, что ты тут ошиваешься или нет? Да, это моя машина, только вот вчера купил, приехал сюда, поставил. Где надо работать, чтобы заработать на такую тачку? Ну, я сын мэра этого города. Не надо мне тут врать, это вообще моя машина тут стоит, я ее поставил, отошел, тут уже, блин, всякие тиктокеры приходят. Все, давай, аливидарчи бомжара. Ну, я ему как бы про свою машину говорил, ну ладно, и... Атрыгон! Вот, ребят, наш выпуск подходит к концу, надеюсь, он вам понравился. Напишите тайм-код там в комментариях, какой момент вам понравился больше всего. На самом был, как всегда, Лазарь, и также мой помощник Данлейт, который снимался в этом ролике. Всем удачи, ребят, всем пока-пока.